Я окно закрыла там на кухне. Ну, я опять тут. Играю. Так. Сейчас пополнение. Нет. Это не буду использовать. Это что за... А, может мне вот это прокачать? Я... Нет, я хочу... Это что такое про... Да. Хочу... Золото. Сколько у меня золота? Сколько у меня золота? А, ну ладно. Да помолчи ты. Так. Сундук. Загад. Меч урагана, атака 66, кинжал, атака плюс 40. А, это получается, значит, 66. Понял. Ого, что это на конце сейчас будет? Вентилятор, если жарко станет. Опять вентилятор тут. Это я придумал снаряжение. Тра-ля-ля. Да хватит этот вентилятор ко мне подключать. Он мне не нужен, мне не жарко и не холодно. Да. А, ну ладно, внимание обращать не буду на этот. Пацан, отойди от меня. Как отойти? Так. Ой, Я вентилятором тебя вот так. Сейчас я задом подойду вентилятором и уже вот. Так. Так, на. Что это за фигня? А, опять. Что там надо делать? Ля-л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 я. Идем, шагаем. Что это за крокомон? Мой сундучок, отдайте мне сундук. Это моё золото. Войти. Телевизор включи, да? Одеяло мне подними, чтобы я потом могла делать, да? А то ты так уснёшь. А меня бьют. Не бейте меня, что я сказал. Да я вам сейчас вот так. Сама сделаешь? Не. Опять так, так быстро уже смотрим. Босяшка. Босяныч, давай иди ко мне, иди, иди, иди. На, на. На, на. Получай, сосиска. Ну все, тебе конец. На, держи, тебе мяч. Ой, мяч, меч. Автобой. Нет, я не хочу автобой. Я хочу нормально драться, как я хочу. На! На! Все. Лох, лошпедус. Ничего не можешь. Вот лох. Мое. Нет, это мое золото, надо было еще собрать. Ну. Давайте глаза. Дайте мне. Не, жаль. Я мог вот это. Так. Давайте в город, что ли, или в этап выбрать.
Ой, залагала. Стоп, стоп, стоп. А, ну ладно. Надеюсь, меня нормально слышно. Я в наушниках, но в нормальных, таких больших. А у него тоже вентилятор, как у меня. Я, короче, это пропеллером для самолета буду называть. Я летать умею понятно. Разработчики молодцы. Какого-то непонятное чучело придумали. Ну... Меня бьют странные пауки. Да идите вы, как их долго убивать. В реальной жизни просто мечом их ударишь по башке, они сдохнут. Против вас я буду использовать вот это. То, что вы, я не хочу долго сражаться с вами. Да сколько вас тут? На. А, ну эти не совсем сильно... Ой, сложно их убивать. О, Басяныч. Баська. Слышь ты. Башка меньше, чем пузо. Башка маленькая, пузяка большая. Даже булки больше, чем пузо. На. Да иди ты отсюда, на тебе. Да ты надоел. Догони. Вот ваш пинус догнать не может. Бе-бе-бе-бе-бе. Ладно, пошли драться. Так, завершающий удар. На. Чё ты там развалился, отдыхаешь? Это моё. И вот это. 12. Как мне не везет. Что за динозавр был там? А я появился в каком-то чуваке. А, я в девочке появился. Которая сейчас... Стоп! Да подожди, пацан. Я хочу забрать свое... Так вот это сейчас мы наденем. Как я выгляжу теперь? Я теперь красивый. Так, тут еще какой-то чувачок поношу. Видите, какая у меня броня. Ты не... Поздравляю, то, что ты придумал это. Я понял то, что ты его придумал. Загадочный. Да блин, ну ты на... Какой-то новый загадочный сон. Капюшон убийцы? Ну, конечно. Как я в нем выглядеть буду? Что-то ничего не изменилось, да? Или изменилось? Мне все равно. А, с Каринкой, Мандаринкой? Кара, ты где? Привет, Каринка, Мандаринка. А, что ты тут стоишь? Да они опять... Они опять эти фразы повторяют. Так я без вас справлюсь. Ты сам... Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Привет, Васи, Пети, Бабаси. Уи, чё? Чё за надпись какая-то? Лай, чё? А, ну, всё равно.
Так, сейчас. На. Идут враги. Да я не глухой, я не тупой, то что враги идут. На. Бой с Басянычем. Какой-то он странный, не правда ли? Ну, они все странные. Какой-то есть Бася. Ой, стоп, иди отсюда. Окей, я сейчас вас просто обойду. Вот так. Хочу я с вами. На, вот так. О, сейчас вот это нажмем. На. Так, а что это сейчас было? Офигеть. Я просто тупо с ним сражаюсь. Только с этими. Все, его победил. А вот чисто на меня упал. Вася. Новый какая-то. Ну что мне попалось? Все. Да. Фигня. У меня нормально подключена сеть. О, наплечник. А я его выбрал. А, ну, все равно. Ну, короче, дорогие друзья, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Димасик. Ну да. Если вы хотите, если вам нравится вот эта игра, короче, ставьте лайки, я буду больше снимать про нее. Может, еще и другие наподобия буду снимать. Может, вообще террарию скачаю, если получится. Ну все, давайте. Пока.